осталось двое детей. Все это время работал над собой, помогал бывшей жене, развивал детей. Сейчас хочу создать семью, но как только складываются отношения с женщиной, возникает чувство, что предал детей. Вернуться к бывшей детей, жене без желания ради детей или создавать новую семью. Ну, понимаете, вот это вот желание, о котором мы говорим, эта идея наслаждаться, мы ее воспринимаем как самое главное в жизни, что-то такое. Люди часто думают, что это вообще всю жизнь должно быть. Вот интересно, вот наша психика работает, мышление. Мы мечтаем вот этой вот любви бесконечной, которая у меня будет в жизни. Но это же не любовь. Это ты хочешь наслаждаться другим человеком бесконечно, правильно? Это не любовь. И понимаете, ведь счастье, энергия счастья зависит от Бога. Если Бог доволен тобой, то ты в счастье живешь. Если недоволен, то ты живешь в страдании. Надо вазочку найти, поставить. И смотрите, как интересно. Господь милостив для этого человека, он не дал близкого человека жене, не дает ему испортить себе жизнь. Потому что сколько этих наслаждений, вот ты создал новую семью, чуть понаслаждался, а так дальше то же самое, ведь ничего не изменится. Какая разница тебе ругаться с этой женщиной или со следующей? Все будет то же самое, потому что если карма есть такая, вот она такая, с ней ничего не сделать. И люди думают, как это я без желания пойду назад? Без какого желания? О чем идет речь? Желание наслаждаться новой женщиной? Или о чем? Ну, как вы думаете, о чем идет речь? А? О той мечте, которая никогда не сбудется, что у меня будет вечная любовь. Вечная любовь возникает, когда люди служат друг другу. Это не результат влечения. Знаете, как возникает влюбленность? Это совсем же не любовь. Влюбленность — это когда у двух человек есть какая-то гармония, и один у другого вытягивает хорошую карму из сердца, своим взглядом, присутствием. А этот у того вытягивает хорошую карму. И они рядом друг с другом начинают испытывать наслаждение. То есть они балдеют рядом друг с другом. И думают, что это и есть любовь. Вот это балдеж. Ну хорошо, друг с другом, хорошо, так классно. Жизнь пошла. Все хорошо, наслаждаемся, наслаждаемся. Жизнь пошла. Но это же закончится. Хорошая карма же, они не бесконечные, правильно? Заканчивается все. И что дальше? А дальше твой обычный способ реагировать на боль в другом человеке, на недостатки в другом человеке, на его трудности жизни. Как ты реагируешь? Как ты реагировал до этого, так и будешь сейчас реагировать. Какая разница? Это же вопрос твоей возможности учиться любить, понимаете? То есть влюбленность заканчивается всегда. Вот она была и закончилась. А как ты любишь другого человека, это уже не меняется. Вот что ты этого любил вот так, что ты следующего будешь так же любить, какая разница? Сколько этой влюбленности? Ну, максимум 1,5-2 года, и все. Дальше тю-тю. Дальше опять тебе придется так же себя вести, как ты вел себя до этого, потому что это твои проблемы, твои. Если бы ты мог вести себя хорошо
с другим человеком, то он бы был благодарен. Зачем ему ругаться? Так? Если он скандалит на тебя, значит, ты ведешь себя плохо. А если ты на него скандалишь, то это не более твои проблемы. Так или нет? Нет, вот интересно, вот давайте мне расскажите, как. Ну, мне хочется узнать. Давайте с вами пообщаемся. Тема сложная. Потому что вы правду сказали, вот так помотали головы, правду. А они все знают, что это правда. Но никто не сказал. Я вот что-то говорю. Все знают, что это не так. Что другого найдешь и лучше будет. Все знают. И только вы от нас сказали «да». А они все предали себя. Сколько раз надо человеку обломаться, чтобы понять, что система перемены близкого человека не работает. Кому надо было один раз обломаться, поднимите руку. А на второй раз что произошло? Не знаете? А? Не, ну вот вы обломались один раз, да? Вышла замуж. Еще не обломалась? А сколько вы живете вместе? Уже тяжело стало? Стало. Есть два варианта. Или перетерпеть, ну то есть служить близкому человеку, или опять уходить. Кому двух раз хватило, скажите, Вот один раз подняли, кому двух раз хватило? Вам хватило уже потом? Поняли, что дальше некуда бежать? И вы поняли? Да? Но все равно же было на третий раз трудно опять, или нет? А? Ну как, если два раза обломались, значит третий раз уже получился. А? Бегать уже надоело, да? Надо жить теперь начинать, да? Так? Все равно одно и то же, ведь так или нет? Вот обломалось раз, обломалось два, обломалось три, опять то же самое. Я вам скажу больше. Знаете, есть другая интересная арифметика, которую я сейчас скажу, и вы заметите ее в своей жизни. Каждый новый человек, которого вы встречаете, он сразу слаще, чем предыдущий, и потом противнее. Каждый следующий человек сразу слаще, чем предыдущий, а потом еще противнее, чем предыдущий. И так будет дальше, пока вот станет ты вообще не настолько противным, что ты скажешь, ну ладно, теперь понятно. Теперь заканчиваю дальше уже бежать. Какой мой ответ вы хотите? Ответ очень простой. Возвращаться к детям и к жене. Через где-то год служения жене вы ее полюбите. И потом будете думать, какой я дурак, что я ушел, какой я дурак вообще. А дети будут благодарны безмерно на всю жизнь. Потому что когда человека теряешь, а потом приобретаешь назад, это в два раза лучше, чем если бы ты его не терял. Ты все равно, что только с того света кто-то вернулся. Бывает так, что человек погиб, говорят, погиб, потом раз пришел. Еще лучше получается, чем было. Так или нет? Нет? Почему нет? Ты уже не знаешь, что ты его встретишь, а ты его встретил. Здорово. Надо возвращаться к жене. Видите, человек думает еще. Жена ждет, значит. Потому что если бы жена не ждала, то захотел возвращаться, уже не можешь.
Это означает, наказание уже сработало по полной программе. Вот так не бывает, что всю жизнь Бог тебя ждал. Жена не вышла замуж и еще ждет. Означает, Бог тоже ждет. Вот если жена уже вышла замуж, то Бог уже не ждет. Он тебе говорит, все, брат, концерт закончен. Теперь будешь получать по башке. Понимаете, нет? Систему. Бог стоит с ремнем и ждет. А вы думаете, возвращаться, не возвращаться, возвращаться, не возвращаться. Он с ремнем стоит, он уже готов тебе по заднице дать. По заднице дать. А ты думаешь, ну может по заднице получить. Ну хорошо, иди получи. Если хочется по заднице, получи по заднице. Вот так мы живем. Мы не понимаем, что у нас нет выбора. Люди думают, что у нас есть выбор. У нас нет выбора. Всегда человек должен в жизни выполнять свой долг. Нет выбора. Нет, у женщины нет выбора идти на работу или воспитывать детей. Нет выбора, ей надо воспитывать детей. У нее нет выбора. Если она пойдет на работу и детей кому-то отдаст, потом будет хлебать несолоно. Потому что они мамой своей будут считать ту женщину, которая их воспитывала. А маму родную не будут любить. Понимаете? И маме это очень печально. Что она прожила свою жизнь зря. Ради какой-то дурацкой работы, которая никому не нужна была потом, как оказалось. Вот поэтому у человека нет выбора, что делать. У него есть только один вариант жизни, только один вариант, правильный. Но он всегда горький на вкус. Вот правильный вариант – это всегда горький вкус. И не каждый человек готов этот горький вкус принять. Всем хочется сначала сладкий, а потом трава не расти. Потом будь что будь. А человек должен получать свой горький, а потом заслуженный сладкий. Сначала добровольно горький, а потом на всю жизнь сладкий. Потому что благость означает сначала горький, немного, а потом всю жизнь сладкий. А страсть означает сначала сладкий, немного, а потом всю жизнь горький. Понимаете, нет? Два типа брака есть. Третий тип браком не могу назвать. Хоть он тоже есть, но никак не могу назвать его браком. Первый тип брака. Люди встретились, начали наслаждаться друг с другом. Ну, между наслаждениями, так как наслаждение длится достаточно долго, не как со всеми. Ну, долго длится, хорошо. Хорошо пошла. Вот. Думаю, ну, так, значит, давай поженимся. Раз хорошо пошла, давайте поженимся и будем дальше наслаждаться. Поженились, что-то все меньше, 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 и потом, опа, кончилось. И потом столько придется хлебать несолоно. Это страстный брак, благостный брак. Люди чувствуют, хороший человек, хороший. Но как-то вот нет такого сильного влечения. Ну, есть вот чувства хорошие к человеку, но нет такого вот, чтобы... Вот так вот, нет такого. А чувства хорошие. И знакомимся, встречаемся, общаемся, общаемся, привыкаем друг к другу. Привыкаем, потом женились, дальше привыкаем. И потом сладкий вкус начинается на всю жизнь. Это благостный брак. Благостный брак создается на основе идеи. Вот видишь, хороший человек, он занимается духовной практикой, как и ты. Тем же путем, как и ты идет. Думаешь, хороший человек. Хочу с таким человеком жить. Так? И считаешь, решаешь, что я буду с этим человеком. Но влечения такого уж сильного нет. Есть еще невежественный брак. Невежественный брак, когда человек женится, потому что больше не за кого выходить. Никто не предлагает. Какой-то предложил один, и тот тоже предложил, потому что больше никому некому предлагать.
И они вместе сошлись, думают, ну что делать, надо жить. И живут вместе, вот так вот. Неинтересно им вместе, но живут. Или брак по расчету, допустим. Ей 70, мне 35 или 30. Но хорошая карьера. Если я женюсь, то будет слава, успех, богатство. Ну и буду смотреть на нее, старую, с любовью. Это невежественный брак. Приносит одни только страдания людям. Счастья нет такого брака никакого. Ладно, что делать? Такова жизнь. Как вы относитесь к гомеопатии? Хорошо отношусь. Я тоже своего рода гомеопатией занимаюсь, потому что вот это вот, видите, камешки в пластике стоят и соприкасаются с телом, но воздействие очень сильно. Вот это колечко из 5 кораллов состоит. Я вирусными заболеваниями вообще не болею. Если индивидуально подобрать на указательный палец кораллы, каждого свое число, то человек перестает болеть вирусными инфекциями. Как гомеопатия работает тоже. Гомеопатия действует на тонкое тело. У нас есть такая методика лечения маслом. Человек обливается душем, под водой обливается, потом очень мало, буквально несколько капелек масла на тело наносит, и потом на мокрую размазывает все тонким слоем. И спать ложится. И потом опять душем обливается, чтобы лишнее еще смыть. Потом спать ложится, и так каждый день мажется. Очень мощные эффекты, никаких осложнений. Мощнейшее лечение маслом получается. И бутылки вот такое масло хватает на 9 месяцев. Но в этом случае надо масло очень точно подобрать. Это профессиональный очень уровень подбора. Надо много-много показателей учитывать. Конституции человека, масло, чтобы так подобрать. Я вот эти шарики не делаю из таблеток, но... Я знаю, что это за медицина. Она очень глубокая и сильная. Не задавайте мне вопросы по здоровью. Я не буду на них отвечать. У меня есть врач, там сзади сидит. Приходите к нему, бесплатно консультацию получайте. Все. Это вопросы по здоровью для одного человека. Бессмысленно на них отвечать. Пустая трата времени. Что если в городе нет вегетарианских детских садов? Придется отдавать не вегетарианские, а что делать? Или нанимать индивидуально нянечку? Ну что, вот что делать, какие варианты. Если вам надо работать или не работать, сидеть с ребенком. Просто. Есть вопросы, на которых нет ответа. Например, Олег Геннадьевич, а если роза с неба не сыпется? Значит, не сыпется. Какой ответ? Значит, не сыпется. Мне в детстве делали прививки, а я не хочу своему ребенку. Считают, что это неправильно. Я тоже так считаю, но ничего советовать не могу, потому что меня могут за это наказать государство. Государство может сказать. Ты рекламируешь не прививать детей, означает, ты как бы обрекаешь их на заболевание. Я вам просто приведу два примера из своей судьбы. Мой родственник близкий после прививки заболел эпилепсией и умер вот в моем возрасте, будучи абсолютно слабоумным человеком. Он был психически больным и деградировал к 40 годам полностью психически. Хотя до этого он был нормальным человеком. В результате прививки он получил это тяжелейшее заболевание. Вот. Второй ребенок, которого вылечили в Индии, я его не смог вылечить. Он был обездвижен, ему год где-то было. От роду маленький ребенок годовалый, не двигался совсем.
Жил, все нормально, но не двигался. Пальчиком не мог пошевелить даже. И было такое уникальное лечение, которое совершенно потрясающим образом доказывает, насколько сильно лечит молитва. Четыре священника сели по сторонам света, это в Дели было, по четырем сторонам света сели возле ребенка. 12 часов молились непрерывно, не останавливаясь ни на секунду. Потом вместе встали и пошли, и сказали матери, не взяли денег, ничего. Сказали матери, если ему суждено вылечиться, через несколько дней он начнет двигаться. Все, до свидания. И пошли. Через несколько дней у него начали сначала пальцы шевелиться, потом ножки, потом ручки, и понеслась. Начал бегать уже через полгода. В 5 лет от роду ему сделали прививку, и он через 3 дня погиб от прививки. Ему сделали прививку и пикер. Человека нет. И хочу вам рассказать одну интересную историю. Так как я постоянно имею дело с вирусными заболеваниями, у нас приезжают люди, как-то заражаются там. Ну, мы лечим вирусные заболевания в основном с помощью веток сосны или елки. То есть человек заболел вирусным заболеванием, берешь, ему даешь понюхать или сосну, или елку, что ему свежее пахнет. Берем, допустим, ветку сосны, если подошла, кусочек такой с иголками, привязываем на запястье правой руки и на лодыжку правой ноги. Кусок ткани заматываем, привязываем. И на 24 часа, потом меняем на свежие 2 кусочка. Уже в этот день он себя чувствует хорошо, как будто не болеет. 3 дня, 4 поносил, все, болезни нет. То есть без осложнений, без температуры, без каких-то проблем проходит инфекция. И разок мой один знакомый заболел вирусной инфекцией, детской вирусной инфекцией, корью, по-моему. Мы тоже как бы прохлопали немножко, тоже начали елка, она лечит в принципе все вирусные инфекции. И мы начали лечиться уже сами, он попал в больницу, мы не попали. Но я тоже как бы прозевал, и у меня тоже началась инфекция. Это. Хотя у меня стояла прививка от этой инфекции. Я потом узнал у инфекционистов, они мне сказали, расслабься, брат, расслабься. Каждый год вирусы модифицируются. И у меня тогда возник интересный вопрос, а зачем тогда вообще делать прививки, если каждый год вирусы модифицируются? Зачем? Ответа нет на этот вопрос. Думайте сами. Как на карму, на судьбу влияют магические ритуалы, привороты, отвороты, завороты, навороты и отворота-повороты. Вот. Сейчас я вам объясню. Вот вы приходите к бабушке, она интересно так смотрит на всех. Бабушка такая. Взгляд особенный. И точно знаешь, что она скажет, самое главное. Потому что ты к ней поэтому и пришел, по этой причине. И ты с ней начинаешь говорить, рассказываешь свою ситуацию, и она говорит, это сглаз. Сглаз. Бабушка такая, интересная. Может, даже не совсем бабушка, но вот такая. Вот. Кто ходил, поднимите. Похоже, я показываю, нет? Похоже? Нет? А какая? Такая вот стоит?
Да? Да ладно. Нет, а какая? А? Такая? Серьезная? Вот такая вот. Хорошо, вот такая. Не вот такая, вот такая. Хорошо, пойдет. Итак, серьезная женщина. Говорит, у вас сглаз. Вот так, да, сглаз. И так как она очень чувствительна, эта серьезная женщина, она говорит вам примерно откуда. Ну, несколько как бы намеков вам, посылов таких, вы как бы говорите, откуда вот это пришло. И она говорит, о, точно, точно. Вот оттуда с глаз, она говорит. Кстати, что она делает? Вот смотрите, допустим, у нас природно есть несовместимость с каким-то человеком. И между нами какие-то отрицательные эмоции. Ну, допустим, родственники или знакомые. У нас между ними отрицательные эмоции с каким-то человеком. И параллельно у нас в жизни, допустим, тяжелый период, развивается там печень, начала отваливаться или еще что-то. И мы думаем, ну что, неужели я виноват в этой печени? Наверное, кто-то виноват в том, что она у меня болит. Я же хороший, и все скоты вокруг. Вот. И иду к этой женщине. И она что делает? Она устанавливает определенный тип веры в моем сердце. Веры. Она говорит, вот этот человек виноват в твоих проблемах. И будет тебя мучить дальше. Что она делает? А? Она делает сглаз, моя хорошая, сглаз. Она-то его и делает. Понимаете, нет? Она его делает, этот сглаз. Она, эта женщина сама. Она запускает духа в отношении между тобой и этим человеком, хотя сама этого не знает. И результат ее такой жизни — это ад. Люди, которые этими вещами занимаются, их ждет только одна участь — гнить на низших планетах за то, что губили судьбы людей. Когда человек знает, что его все несчастья возникают в результате кого-то другого, то он никогда счастлив уже не станет, потому что все, что бы с ним плохого не происходило, он еще больше, еще хуже думает о другом человеке. В результате тот человек, сам того не понимая и не зная, тоже тебя начинает ненавидеть, потому что ты пустил эту заразу в отношения, понимаете? Ты его не любишь, он тоже как тебя недолюбливает, и ты ему в лицо смотришь, думаешь, о, точно говорил, точно, вот он этот взгляд, вот. То есть дух начинает действовать между людьми. И судьба этого человека, который получил такую веру, а это называется вера, он дал посвящение, определенный вид посвящения. Есть вера в благости, есть вера в страсти, есть вера в невежестве, есть духовная вера. Духовная вера означает, человек верит в Бога. Благостная вера — это значит, что человек верит в справедливость, и человек верит с этого мира в справедливость, и человек верит в священные писания, в законы этого мира. Это благостная вера. Страстная вера — человек верит в деньги, во власть, в силу своего знания материального, что он может с помощью изучения добиться успехов в этой жизни, но с помощью влияния, власти и силы. Добиться успеха, стать счастливым — это страстная вера. И невежественная вера — это вера в сглаз, в порчу и в духов. Понимаете, нет? В привидении, в духов, в сглаз и в порчу. Также невежественная вера означает «все плохо». Все плохо. Все плохо в этом мире. Это невежественная вера. Будьте осторожны. Вера — это страшная сила, которая влияет на жизнь человека. Вера в невежестве рождает одни страдания, никакого счастья от нее нет. Это безнадега, безнадега.
Вот человек поверил в невежество, или он должен отказаться от этой веры, от своей идеи, вот этой идеи, что так у него все в жизни, или будет безнадега. Жизнь будет все хуже и хуже, хуже и хуже, и так бесконечно. И когда вы поймете, какую помощь вам бабушка оказала, вы даже спасибо ей не сможете сказать. Потому что вы, если вы придете к ней сказать спасибо, еще хуже будет. Понимаете, когда в испражнение воткнулся, лучше их обходить стороной потом. Потому что если ты еще раз с ними разобраться захочешь, опять воткнешься. И так бесконечно, понимаете? Поэтому не трогай, не воняет, как говорят. Бабушке больше ходить не надо. А если человек сам делал приворот? По книжке там? По книжке приворот сделал. Для него приворот, а что значит приворот? Ну что значит приворот? Ну что вы имеете в виду под словом приворот? Ну вот сделайте мне приворот, чтобы я вас влюбился. Ну сделайте. Вот если это работает, я сейчас прям... Как тебя зовут, я знаю только я. Как тебя зовут, бессонница моя. Ну, давайте. Вперед. Не получается? Моя хорошая. Видите, какой вы лезете находитесь, а? Бог только может дать любовь людям. Вы же не можете вот создать отношения эти, удержать человека рядом с собой. Только Бог может. Человек может привлечь человека своей силой, аскезы, привлечь к себе, но удержать не может. Можно привлечь кого-то к себе, но он рядом жить не станет, потому что высшие силы создают отношения. Мы можем только повлиять как-то на человека своей силой, временно. Но человек побудет несколько дней рядом и отвалится, потому что человека удержать нет возможности. Смотрите, мы можем держать человека рукой, пока она не устанет, так? Чтобы он был рядом всегда, надо его чем-то привязать. Веревку какую-то раз привязал, тогда он рядом все время, понимаете? Вот эту веревку не мы завязываем, мы ее не знаем даже, как ей пользоваться. Вот чтобы человек не отлип, жил рядом и все. Вот он хочет уйти. Поднимите руку, у кого близкий человек ни разу не хотел от вас уйти. Есть такие? Ну, значит, у вас все впереди. Я вот таких людей не встречал в своей жизни. В основном у всех близкий человек когда-нибудь, хотя бы один раз хотел уйти, но не смог. Почему? Не дали. Сила какая-то держит людей вместе. Не дают уйти. Ты хочешь уйти, не можешь. Хочешь и не можешь. Кто пытался уйти несколько раз и не смог? Тяжело? Так Бог, вот у него такая сила. Не пускает, гад. Ради нашего же блага, понимаете? Как ребенок маленький с кровати такой бежит, на пол хочет, а его за ногу раз хватают и хватают, хватают и назад он. Мы же не знаем, как судьба действует. У нас есть какая-то идея, но мы не знаем, что дальше будет. Мы лезем, раз не пустили, лезем, раз не пустили. И потом мы думаем, слава Богу, что не пустили, хорошо. Да вы не беспокойтесь, моя хорошая, не беспокойтесь. Ничего плохого не сделали. Ну, ребенок поигрался немножко. Вот. Ну, поигрался и все. Что, вы думаете, что на своего мужа приворот сделали, что ли? Нет? Не думайте так. Если людям суждено встретиться, они встречаются. И все. Все женщины ведь приворот делают. Все. Они рыбачат. Все рыбачат женщины. Мужчины рыбачат на речке, а женщины рыбачат на мужчин. Они как рыбачат? Ну, так,
Ходит, всем улыбается, улыбается чуть-чуть, и так раз. Нежненькие взгляды бросает. На замуж надо. Нежненькие взгляды. Потом раз, почувствовала, клюет. Клюет. Такой, так раз, ему так. Ты посмотрел на него, он такой, такой, клюет, клюнула, поклевка пошла. И дальше уже так раз, тянем уже взглядом, тянем, тянем. Ничего не делаем, главное. Сам подходит, знакомится. Оба, подошел, так, тянем сильнее, сильнее. И параллельно еще этого тянем тоже. Посмотрим, кто клюнет больше. И так, женщины, девушки, так же? Можно тянуть сразу двоих, троих, четверых. Так или нет? Бывало же такое? Бывало. Троих тянем, тянем, потом раз, один притянулся. Не тот, блин. Не та рыбка. Ну ладно, что хочешь, сейчас посмотрим, что рыбка хочет. Погуляли, посмотрели, что хочет. Отвалилось. Ладно, следующего тянем. Что, это приворот? Нет, просто так женщина себя ведет, и все. Она так ищет себе близко. У нее такой способ поведения. Нормально, это просто жизнь. Никакие не привороты, просто обычная жизнь. Все. Скажите, пожалуйста, как найти доктора, о котором вы вчера говорили? Не скажу. Зачем вам это? В Индию ехать к какому-то доктору? Здесь куча таких же докторов. Поищите здесь, в России. Мы встречались с человеком более 3 лет. Брака не было, но был секс, подчеркнуто. А зачем еще встречаться-то? На телесериалах, что ли, обсуждать телесериалы вместе? Чтобы людям встречаться, зачем мужчине и женщине? По незнанию. Раньше ваших лекций не слушала. Можно ли его бросить? Не хочу, чтобы ему было плохо. И у меня был холод, сердце тоже не хочу. А бросить хочу. Очень хочется замуж и детей, но не из-за этого человека. Он духовным знанием не интересуется, гад. Я добавляю немножко, как бы вы уж меня просите. А он хочет на мне жениться, хочет, а? Не повезло. Но как только пытаюсь его бросить, в жизни сразу возникают ситуации, что приходится к нему обращаться за помощью. Может, это знак, что не нужно бросать его недуховного? Молодцы, хорошая запись, спасибо, все рассмеялись. Искренне, когда человек пишет, всем весело, а у меня на сердце радость возникает. Что хорошую записку дали, есть о чем поговорить. Знаете, женщина, я вам одну вещь скажу. Вот Бог вам дал открытое сердце. Но вам не надо этим гордиться. Мужчин сердце, оно заперто идеей. Поэтому мужчина, он очень сильно прикован к идее к своей. И чтобы у мужчины поменялось мировоззрение, для этого нужна женщина. Женщина, которую мужчина любит, открывает сердце мужа с помощью любви. Она открывает ему сердце и дает ему знания, как жить. Поэтому Бог дал женщинам открытое сердце для знания. Открытое сердце женщинам. Для чего? У них есть долг в жизни, у женщин. Они должны мягко и нежно, ненавязчиво тянуть за собой мужчину духовную. Вот если, допустим, женщине там мужчина, а это несомненно, что вот эти 2 человека Богом сведены вместе, без всякого сомнения. Просто они немножко туповатые оба, не хотят жениться. Уже несколько лет ходят друг за другом. Вот. Бог уже их соединил 100%. И эти знаки все тоже не случайно возникают. Не случайно. Вот. Понимаете, проблема в чем заключается? В том, что женщина не понимает, что
получить мужчину, который верит в Бога, это большая удача для женщины. И на эту удачу не стоит рассчитывать, не стоит. Потому что Бог мужчину дает женщине для того, чтобы она ему помогла прийти к Богу. Она думает, что ей нужен мужчина, который ее будет вести к Богу. Но если ты хочешь такого мужчину иметь, тогда вдохнови его думать о развитии. И он начнет сильно развиваться. В целом это такое сравнение есть. Женщина, она меняет свое восприятие, свое понимание мира, как ветер меняет свое направление. Очень быстро, ей легко как бы поменять свое восприятие. Легко женщине. А мужчина сравнивается с паровозом в этом случае. Чтобы паровоз растолкать, нужно очень много сил, зато потом его не остановишь. И у него даже вариантов нет, у него только один вариант двигаться, понимаете? Если ты его, допустим, тронула вот в этом направлении с помощью знания вот этого, он будет в этом направлении дальше. И пойдет, ты еще его не догонишь, потом сама будешь за ним бежать. Понимаете, как у мужчины психика? Но сначала надо раскачать, а очень трудно ветру паровоз раскачать. Поэтому надо долго-долго раскачивать потихоньку, потихоньку, потихоньку. И когда даже тронется, будешь думать, что-то медленно разгоняется. Потом разгонится, не остановишь. Так у психики, у мужчины сложно. Поднимите руку женщины, у кого так в жизни уже произошло. Вот это значит, что вы свой долг перед Богом уже выполнили. Вам уже нечего в жизни бояться. Трудно было? Трудно. А вам, кого произошло, трудно. Так вот, знайте, что вот это и есть трудность женщины. Она должна вдохновить мужчину на правильную жизнь, а потом спокойно уже сидеть у него за пазухой и жить дальше спокойно. Все. Сначала горький вкус, потом сладкий. Вот так надо жить, так человек должен жить. А не ждать, когда тебе с неба подарок свалится. Вот если этого бросишь, больше ничего не получишь вообще какое-то время. Будешь кусать локоть, а его трудно кусать. Понимаете? Не достаешь зубами-то. Потому что Бог не дает и не достаешь. Бросать нельзя, надо замуж выходить за этого человека. И условия ему ставить, что будем развиваться. А он, если хочет жениться, на все будет согласен, на все. А мужчина, когда соглашается, он же ничего не соображает в это время. А женщина, когда спрашивает, она соображает и будет напоминать всю жизнь потом. Скажет, а ты обещал, обещал, обещал мне. Вот так надо жить. Обещание взяла и все, и пошла потом называть его. Мужчина, если обещал, он не знает, что делать с этим потом. Но обещал, значит, надо делать. Я расслушала две своих семьи. Вот молодец, хорошо написала, честно. Была инициатором развода. Первый брак. Продолжался 3 года. Второй 7 лет. Есть дочь. В разводе 5 лет. Сейчас приобрела знания. Раскаиваюсь в том, что совершила... По незнанию молюсь, прошу прощения. У бывших мужа уже женаты, счастливо. Ну, понятно, если бросил, так благословила. Сейчас уже хочется, что я все же могу построить семью, имея горький опыт и обретенные знания. Но достойно ли я обрести хорошую семейную жизнь? Или третий брак обязательно станет наказанием? Обязательно, моя хорошая, станет. Обязательно. И поэтому ты достойна создать семью. Раз ты раскаиваешься, достойно, но обязательно станет наказанием. Обязательно. Не является ли желание вновь создать семью моим желанием реабилитироваться, доказать судьбе, что я могу сделать все правильно, конечно, является доказательством.
Или мне уже не дадут создать правильно? Дочь 11 лет просит меня найти мужа, чтобы была семья. Нужно ли мне выходить замуж? Монастырь пока нельзя. Да и не хочется. Это я добавляю. Знаете, есть такая притча. Если кому-то пальчик дать откусить, надо опасаться, чтобы по локоть не проглотил. Или другой вариант. Дайте попить, а то так кушать хочется, что переночевать негде. Но в чем идея заключается? В том, что вы должны разделить как бы две вещи в своей записке. Первая вещь, вы говорите, я хочу замуж. Это хорошо. Вторая вещь, вы говорите, хочу замуж хорошо. А вот это, извините меня, невозможно уже в вашем случае. Вот если вы хотите реабилитироваться и жить честно по отношению к себе, вы просто выходите замуж, кого Бог даст, выходите замуж и мучитесь в третий раз. Но есть одно но. Хоть в первый раз, хоть во второй, хоть в третий, если человек начинает жить правильно, и служит своему близкому человеку, то через какое-то время он становится счастлив с этим человеком. Счастлив. Хотя изначальные условия создания семьи были, может, даже хуже, чем первые два раза. Но он становится, как ни странно, счастлив, понимаете? Потому что счастье, ведь оно у всех возможно, у всех людей. Просто мы не имеем знаний, поэтому кажется, что с этим человеком невозможно, с этим человеком невозможно. Но с любым человеком возможно, если ты ведешь себя с ним правильно. Потому что любой человек — это душа, понимаете? А душа, она не имеет изъянов. Она светится, как солнце, веды описывают. Она имеет все самое лучшее, что только мы хотим видеть в своей жизни. Хотите, я вам это докажу? У меня к вам вопрос, к женщинам. Скажите мне, женщины, вы можете себе предположить, что мама не любит своего ребенка когда-нибудь? Можете или нет? То есть, какой бы ни родился, все равно мама его любит. Так? Так. А почему? Потому что, когда ребенок рождается, грехов его еще не видно. Мама успевает заметить его чистую природу, в которую она начинает верить. Потому что как не верить, если ты ее увидела? Так или нет? Вот точно так же женщина начинает видеть чистую природу мужа, когда она начинает ему служить бескорыстно. Она обретает видение его чистоты, точно так же, как она видит своего ребенка чистым. Разницы никакой нет, потому что каждый мужчина был когда-то ребенком. Каждый мужчина имеет эту чистоту внутри, каждая женщина имеет эту чистоту. Чтобы ее увидеть, надо просто честно жить рядом с этим человеком, отдать ему свое служение, свою чистоту, свою честность, отдать ему. И взамен ты получишь его честность. И так создается счастливая семья с любым человеком, который хочет просто с тобой жить. Условие такое, если он хочет жить, значит Бог дал тебе этого человека, все. Потому что само желание жить от Бога идет, понимаете? Желание наслаждаться идет от человека. Но люди все по природе эгоистичны. Мы все эгоистичны по природе. Мы жить ни с кем не хотим. Мы всем не хотим наслаждаться. Мы наслаждаться всеми хотим. Но почему человек готов жить? Потому что Бог его вдохновляет. Это уже божественная воля. Это выше человеческой воли, понимаете, жить с кем-то.
Поэтому ничего не бойтесь. Раз Бог создает семью, значит, есть гарантия. Потому что в этом мире не бывает никогда безнадеги. Если человек получает что-то в жизни, это значит, что в этом его счастье. Я могу привести пример такой. Если человек от рака умирает, то в этом его счастье. Значит, пора ему уже этот мир оставлять. У него там что-то другое уже ждет, запланировано. Понимаете, он этого сам не знает. Но если он осознает вот каждый шаг судьбы, с благодарностью принимает, значит, он никогда страдать не будет. Потому что что такое смерть? Это просто точно так же, как мы засыпаем. Только разница заключается в том, что перед смертью, перед рождением придется немножко помучиться. Помучиться. Но это тоже можно перетерпеть, в конце концов. Веды говорят, что муки рождения гораздо тяжелее, чем муки смерти. У любого человека гораздо тяжелее. В мешке сидеть, запертым 9 месяцев, а потом еще вылазить бездыханным. Очень тяжело, очень тяжело. Это дикие муки. Человек не понимает, за что ему эти муки. Он не понимает, когда сидит в мешке, когда он вылезет оттуда. Ему кажется, что он будет сидеть целую вечность. Понимаете, нет? Идея. Это все очень тяжело для нашего восприятия. Сижу за решеткой в темнице сырой, скорбленной в неволе орел молодой. Это касается всех нас с вами. Мы все здесь в этом мире за решеткой сидим. Здесь же нет настоящего счастья, о котором мы мечтаем. Так вот, идея в чем заключается? У каждого человека каждый шаг жизни, он насыщен глубиной и очень большими открытиями. Если человек хочет глубоко жить, он будет жить глубоко. Если человек верит, что его судьба не зря, даже на предсмертном одре он будет это понимать и будет сдавать этот свой экзамен. В Ведах говорится, что о каком бы состоянии бытия человек не вспомнил в конце своей жизни, он, несомненно, достигает этого бытия. Например, человек думает о Боге в конце своей жизни, даже если он жил греховной жизнью, как самый последний негодяй. Если он думает о Боге в конце своей жизни, он достигает Бога. Он этими мыслями очищается от всех своих грехов. Вопрос заключается в том, как думать о Боге в момент своей смерти. Веды говорят, чем более греховно человек жил, тем тяжелее ему в момент смерти думать о Боге. Фактически человек может сжечь все свои грехи в момент смерти. Такой это момент удивительный. Но для этого надо обладать очень сильным характером и сильной верой. Понимаете? Поэтому если человек даже плохо жил, он в момент своей смерти думает о Боге и возвращается в духовную обитель в этот момент. Но не надейтесь на это. Потому что даже святые люди в момент своей смерти, мало кто может думать о Боге. Это такой момент, в который очень трудно на главном сосредоточиться. Но шанс есть. Для кого? Для тех людей, которые понимают, что жизнь каждую секунду свою имеет высокое значение, большую важность и большую удивительность. Понимаете? Есть люди, которые удивительную судьбу имеют, потому что они ценят свою жизнь. Но большинство людей свою жизнь не ценят. Вот для чего мы с вами живем, скажите? Кто-то для того, чтобы вырастить ребеночка, кто-то дом построить, кто-то еще. А человеческая жизнь ведь дана для больших вещей, для больших. Мы очень скупые по своей природе, поэтому мы живем скупую и жалкую жизнь. Мы не живем великую жизнь. По той причине, что у нас нет великих желаний. Понимаете? Нет великих желаний, блага всем другим и так далее. У нас нет. Маленькая женщина, 1,50 м с чем-то ростом, мать Тереза, внешне была такая замухрышистая. И казалось, ну что может сделать, вот если показать фотографию, ну что может сделать для мира эта маленькая замухрышистая женщина? Но так как у ней были большие желания,
Эта женщина, когда жила, она жила так, что весь мир о ней знал. Каждый ее шаг прослеживался всем миром. Понимаете? Легендарнейшая личность. Когда она выступала, все президенты сидели вот так вот и слушали. Всего мира. Такая удивительная личность. Поэтому жить можно по-разному. Все зависит от того, насколько мы ценим эту жизнь. Что значит по карме, если человек прикован к постели с рождения, 55 лет, как ему помочь? Кому помочь-то? Вы себе помогите-то, себе. Вот ему как раз помогать не надо, потому что если он с рождения прикован к постели, он, значит, все свои грехи уже отработал. Он уже отработал все свои грехи. Он уже все перестрадал. И вот я даже чувствую этого человека, что высшие планеты уже манят его, ждут. Понимаете? А вот куда вы попадете после своей жизни, не в постели, вот это вопрос. Он-то уже отстрадал свое, понимаете? Он попадет туда, куда надо. Кого вы жалеть-то собрались? Вы себя пожалеете. Если вы хотите спросить меня, как ему помочь, чтобы ему в этой жизни было полегче, молитесь. Молитва облегчает жизнь любого человека. Но если вы хотите его пожалеть, себя пожалейте лучше. Потому что мы не знаем, кто выигрывает в этом мире, кто проигрывает, мы не знаем. На самом деле все наоборот. Несчастный человек становится счастливым в следующей жизни, а счастливый часто становится несчастным. Почему? Потому что он балдел всю жизнь, за это что он получит? Соответственно. Иногда смотрю, вот как, куда пойдет человек, куда его судьба потянет. Один человек был президентом страны, и все, как бы, все в жизни он имел, что хотел. Все, что хотел, имел. Напиться хотел, напился. Пописить бассейн в международном какой-то гостинице, пописил. И все увидели мочу, что там освещается, как бы, вода, когда пописаешь за рубежом, сразу меняет цвет. Ну, что хотел, то и вытворял. И можно подумать, такая жизнь у него классная. Но сейчас он в аду гниет. И мучается страшно там за свои поступки. Так что классного тогда в этом, скажите? Вот сколько нам осталось жить? А потом сколько за это мучиться? И зачем? Какой смысл? Понимаете, все, вот вроде бы человек все имел. И кажется, что так лучше всего жить. Не факт, не факт. Смотрите, результат какой. Так что подумайте, не все вот так просто в этой жизни, что вот мне побалдеть бы, здесь понаслаждаться, быть у власти. А что дальше-то? Что дальше? Вот в чем вопрос. Вот в чем вопрос. Ведь жизнь-то вечную природу имеет. Она не заканчивается. Если бы вы это видели, вы бы реально задумались. Представьте, мы в куколки играем, и если девочка какая-то вышла, значит ее вообще нет. Она просто уже все отсутствует. Вот мы в куколки играем все вместе, девочка и поиграла с нами и вышла за дверь. Ну все, значит ее нет, все. Нет ее, этой девочки. Нет, эта девочка есть. Просто она вышла за дверь, понимаете? Вот так, точно так же человек уходит из нашего поля зрения. Мы думаем, что его нет, все. Он есть. Есть 1000 доказательств, что он есть. 1000 доказательств. Во-первых, он приходит во сне. И это серьезное доказательство. Приходит как живой, говорит какие-то вещи, которые берут тебя за сердце. Но как тебе просто мысль какая-то может взять за сердце? Не может. Следующее доказательство. Человек уходит от нас, и камень на сердце несколько лет.
Связь какая-то есть, ты думаешь о нем, не можешь забыть. Почему не можешь забыть? Потому что есть связь. Так или нет? Значит, это тоже доказательство получается. Следующее доказательство. Некоторые уходят и приходят. Не до конца уходят. Называется клиническая смерть. И они рассказывают, что они там видели. Что они не из тела выходили, они рассказывают. И вид сверху описывают. Понимаете? Следующее доказательство. Некоторые люди видят тех людей, которые выходят. У меня есть одно интересное доказательство. Веды описывают, что вот человек, то пространство, вот это вот пространство тонкого мира, воспринимает таким образом, что когда он выходит из тела, его из тела такой штукой, определенной штукой, вытаскивает женщина в белом. Женщина в белом вытаскивает. Как вы думаете, она страшная, эта женщина, или красивая? Красивая. Нет? Нет? Нет. А вы видели? Нет. А я видел. И могу сказать вам, что очень красивая. Я когда фотографию пациента смотрю, я смотрю, стоит сзади эта девушка или нет. Если стоит, то я уже ему не помогу. Потому что если она к кому-то пришла, она уже не отпускает. Понятно, нет? Она красивая, но глаз ее нельзя увидеть. Они закрыты. Потому что если она в глаза посмотрит, то твоей жизни конец. Испугались? В этом мире очень много интересного есть, чего нам трудно понять, потому что мы еще глупенькие. Мы не такие развитые здесь. Есть, конечно, здесь и развитые, которые считают себя очень образованными, но эти развитые, которые не верят вот в эти все вещи, они совсем тупые. Просто кажется им, что они развиты. Вот в чем проблема. Это и есть признак тупости. Когда человек так ему кажется, что он очень развит, это еще один признак тупости очередной. И все. Потому что тонкий мир тоже можно исследовать. Я его исследую. Как я исследую? Я вот наблюдал за этим видением этой дамы. И начинаю работать с пациентом, за которым эта дама стоит. Никаких шансов. Сколько бы я ни пытался, ничего не помогает. Ничего не помогает. Я решил, что больше не буду пытаться. А потом в Аюрведе я нашел это вот утверждение, что есть пациенты, у которых час наступает, их час, ну как бы их время, и уже никто помочь не может. Они под контролем времени находятся. Там прям так говорится, что находят под контролем времени. А вот эта личность в белом, она в белых одеждах ходит, она является слугой времени. Она служанка времени. Когда время посылает ее, она приходит к человеку. Когда она придет, уже никто не сможет ей ничего сделать, кроме Бога. Если человек Богу нужен, и Бог ей скажет, не трогай его, он мне нужен здесь на земле, она уходит назад. И об этом тоже описано в Ведах. Интересно? Сказки, да, вам рассказываю. Поднимите руку, кто считает, что сказки. Ну, не стесняйтесь. Вот, девушка. За вами не стоит. Чего вы так перекрестились? Это же сказки. Если сказки, то для вас тоже сказки, значит. Но за вами не стоит. Но один раз в жизни она к вам подходила. Хотите, скажу, когда? Пять с половиной лет назад. У вас была ситуация в жизни, опасная для жизни. Не помните? Не знаете уже.
Подумайте, вспомните. По-моему, эта ситуация была связана с транспортом, с движением каким-то. Не помните, что холодно стало внутри, неожиданно так раз, и потом все обошлось. Не было такого? Не помните? Ну, подумайте, может быть, вспомните. Она иногда подходит к людям, подходит, знакомится с ними. Ситуации такие в жизни бывают у человека, когда она знакомится, леденеет все внутри. Вот так у человека леденеет все внутри. А потом отпускает, знакомится. Ну ладно. У меня был такой интересный сон. Я это все в ведах изучил сначала, читал это все в ведах. А, вернее, не сначала, а потом прочитал. Я прочитал, что когда человек выходит в тонкий мир, то когда он уходит от родственников, дальше в этом на тонком плане интересная картина разворачивается. Перед ним встает река, такая река. Если он ее переплывает, ну его тянет туда, на тот берег, если он перекрывает эту реку, то клиническая смерть уже смерть необратима. То есть вот эта река, я потом узнал, что называется река Вайтарани. То есть когда человек переплывает ее, то он уходит в мир иной, в тот мир, где мы уже не можем жить. А в этом мире все остальные как бы живут люди. Мне приснился сон. Течет река вот с этой стороны, вот так вот туда вот, сверху вниз вот так течет река. Не очень хорошая, неприятная река. И люди идут вдоль реки. Много-много людей идет. И я тоже с ними иду. Идем. И я, видно, лег на сердце, когда спал. А я когда на сердце ложусь, вот сильно прижимаю, оно у меня может остановиться, видно там какая-то особенность. Не знаю, так у меня несколько раз в жизни было. Но потом как бы я это встряхиваюсь, и опять стучит. И снится мне сон, у меня вот как раз остановилось сердце, я чувствую, дышать не могу. И в это время мы идем вдоль реки, и снизу, с обрыва, неожиданно, вылазит женщина в белом, лицо закрыто, глаза не показывает мне, лицо закрыто. И косой меня вот за сердце так тащит вниз туда, к реке. Такой сон я видел. Верит, кто не верит, кто считает, что я рассказываю сказки. Дмитрий. А? Что? Сомневайтесь дальше, хорошо. Есть в ведах такая шлока. Наям локасти на паро, на сукам сам шаят манага. Ни в этом мире, ни в следующем счастье та душа, которая во всем сомневается, не получит. Слушать все нужно сердцем, а не мозгами. Итак, она схватила меня косой вот так за эту зону, за сердце и потянула. Как вы думаете, что внутри у меня возникло, какое чувство? А? Нет, не страх, еще какие варианты. А? Холод возник, я уже сказал об этом, да. Такой леденящий холод, но внутри у меня мысль появилась какая? А? Рано еще, да, появилась такая мысль. Рано мне еще! И она раз меня отпустила, ушла сразу, я проснулся. У кого такой был, поднимите руку. Видите, не я один такой здесь сижу. Это тоже доказательство. Ну ладно. Надо на вопросы отвечать, я что-то заболтался. Не могу определиться со своим предназначением, выбрать профессии. Помогите, пожалуйста,
работала в милиции, сейчас в суде, замужем, есть ребенок. А я так не могу по записке. Поднимите руку. Ну и правильно вы работаете, у вас вот такая деятельность вам дает средства на жизнь. Да, все нормально, в милиции, в суде. А? Выше идти. Выше женщине идти лучше не надо, потому что это принесет напряжение, проблемы. Садитесь. Больше не спрашивайте меня личные вопросы. Лучше на благо всех спрашивайте. Мама покинула тело после долгой болезни. Отец много плачет об утрате. Как это влияет на ее душу? Мучается она от этого? Мучается. Это очень большой грех плакать о человеке. Это очень большой грех плакать о человеке. Хоть о живом, хоть о мертвом. Почему? Потому что скорбь является признаком желания наслаждаться этим миром. Человек когда скорбит? Когда он хочет балдеть в жизни. Есть два варианта. Или скорбить в жизни, стонать и мучиться, или служить. Скупцы всегда скорбят, а разумные люди служат. Например, близкий человек ушел, надо о нем молиться, сражаться за него, а не плакать. Одно и то же чувство связи, близости с человеком можно использовать по-разному. Одни молятся и побеждают судьбу, а другие плачут и разрушают и свою судьбу, и его таким образом. Плакать означает бунтовать. Это бунт против воли Бога. Есть разные виды бунта. Можно бунтовать плача, можно злясь, можно ненавидя, можно протестуя там и так далее, понимаете? Но это одно и то же. Просто по-разному проявляется в жизни. Человек должен всегда принимать все, что судьба дает. Принимать надо сначала. Все, что нам назначено природой, надо благодарно принимать. Так? Это правда. Я когда начал в проруби купаться первый раз, я понял, что прорубь надо принять. Там, когда ты в прорубь прыгаешь, там вариантов нет. Или ты принимаешь, или ты задыхаешься просто, и все. И ты раз и принял. И смотришь, все хорошо стало. Там можно плавать, жить. Принял, и все. И сразу по-другому жизнь течет. Все, что нам назначено природой, надо благодарно принимать. Всегда так человек должен жить. Всегда. Принимать все, что Бог дает. Муж объедается на ночь, гад. Шпротами. Это моя плохая карма, или это я его плохая карма? Что я его уговариваю не есть их. То, что он объедает с прошротами, это ваша плохая карма. Потому что вы страдаете от того, что он купит себе болезни. Но эта плохая карма возникает от того, что вы мало молитесь в жизни. Потому что если бы вы молились в жизни, то бы он не ел шпроты на ночь. Как Бог показывает, что мы мало молимся? Возникают события, которые для нас непреодолимы. Ну, то есть возникают события, которые плохие события у близких людей, которые, с которыми мы ничего не можем сделать. Это означает, что мы мало молимся, понимаете? То есть мы не очищаем свою судьбу молитвой. И поэтому судьба издевается над нами, чтобы мы ее очищали молитвой. Цель, зачем судьба издевается? Чтобы мы больше обращали на нее внимание. То, что муж есть шпроты, это ваша плохая карма. Также это является плохой кармой его, потому что он ест шпроты, а не вы. И он за это будет еще и мучиться потом. Понимаете? А вот ваша просьба не есть шпроты может быть как хорошей кармой, так и плохой. Все зависит от того, как вы просите. Если вы просите его очень ласково, не ешь мой хороший шпроты на ночь. Я так тебя люблю и хочу, чтобы ты у меня подольше пожил. То
то рано или поздно у мужчины это сразу не откладывается. Но постепенно, когда женщина много раз ему говорит, он как-то в какой-то момент, невзначай, перестает есть шпроты. Иногда его спрашивает жена, что ты решил не есть шпроты по моему совету? Он говорит, да я сам знал, что не надо есть. Мужчина по совету жены никогда не действует. Он считает, что он сам так решил, сам. Понятно, да, идея? Ну, какая вам разница? Главное, чтобы шпроты не ел. Но если вы со злобой, вот с обидой, с горечью, с болью, ему говорите, чтобы он не ел шпроты на ночь, вот тогда у вас будет плохая карма от этого. Вы совершаете злой поступок, потому что если человеку вот с неприязнью говорить то, что он плохое делает, то он еще больше это будет делать. Если вы хотите помочь человеку отправиться в ад, тогда с неприязнью говорите о его недостатках, и он с удовольствием туда пойдет по вашей инициативе. И вы за это тоже будете отвечать. Например, если жена мужу говорит с неприязнью, опять нажрался скотина своей водки, значит, она за это будет отвечать перед Богом. Она его отправляет дальше туда, дальше, подталкивает его туда. Поэтому единственный способ ответа на грехи близкого, это с любовью, терпеливо пытаться человека отвратить от греха. Если он не понимает, значит, можно отстраняться от него и вести себя подальше от него, находиться подальше, лишать его любви, лишать общения, чтобы он задумался. Так, у меня к вам большая просьба. Много лет назад при переливании крови мне занесли вирус гепатита С. Была, пока в медицине нет способов исцеления от этого недуга. Не могли бы дать координат целителя в Индии, который излечивает от гепатита С? А кто поднял руку? Кто дал вопрос? Кто это? Нет человека. Нет человека. Вот если он появится, то его к моему помощнику пошлите, и мы найдем способ вылечить эту болезнь. Через сколько месяцев, лет душа рождается в новом теле после оставления старого? Где сейчас находится душа Ленина? Нет, не смешно, это хороший вопрос. Тело так и не похоронено. Ленин всегда живой, Ленин всегда со мной. Сейчас я вам расскажу разные виды захоронения и какие они дают результаты. Интересно? Пока грубое тело не начинает гнить, основательно не начинает гнить, тонкое тело всегда находится рядом. Поэтому, если грубое тело забальзамировать, или грубое тело как бы остается нетленным, тогда тонкое тело остается рядом. И в ведической культуре существует способ, добровольный способ. Допустим, духовный учитель ведет своих учеников, и они нуждаются в его духовной заботе очень сильно. И для того, чтобы оставить его присутствие на земле, его тело бальзамируют и помещают в забальзамированном виде под усыпальницу. А сверху копию делают из камня его тела, называется мурти. И в результате этот духовный учитель присутствует на земле для своих учеников и учеников своих учеников, и он ведет всех по жизни. Потому что его тонкое тело остается связанным. Несмотря на то, что он получает там следующую, ну, как бы жизнь, он получает этот, когда на высших планетах, он помнит о своем предыдущем рождении и понимает,
и видит всех, кто находится рядом с ним по жизни, кто принял прибежище у него духовное. А есть такие виды жизни на высших планетах, которые заботятся о нас, как мы говорим, ангел-хранитель. Вот такие виды жизни, чаще всего это духовные учителя. Что касается Ленина, то он был наказан судьбой, жестоко наказан, за то, что он, ему поклонялись. И поклонялись ему без основания, потому что он не верил в Бога и не вел людей к Богу. Поэтому его забальзамировали, и в результате этого тонкое тело его долгое время не могло оторваться, пока ему поклонялись там, в мавзолее. Его тонкое тело находилось там, и он страдал, не знаю как от этого всего, потому что он не мог получить новое рождение. Примерно 20 где-то с лишним лет назад это закончилось. Он пошел на низшие планеты. Вот. И сейчас уже готовится к следующему рождению. Ну, то есть он еще там находится, но уже скоро пойдет наверх. Ну как бы, на средние планеты. Это касается Ленина. Что касается насколько долго, то у всех по-разному. Надо понять, что рождение рождению рознь, понимаете? Можно же родиться в теле животного. Часто, если на низшей планете душа идет, если за нее никто не молился, то она начинает страдать там, и это страдание приводит ее к животному форму жизни, потому что сильные страдания на низших планетах, они убивают интеллект, разум атрофируется у живого существа, и оно рождается животным в следующей жизни, с атрофированным разумом. Такого наказания за греховную жизнь бывает. Иногда с низших планет возвращаются на средние, тут живут в человеческих телах. В целом человеческая жизнь — это большая удача. Много видов жизни есть, вон деревья всякие, растения. Смотрите, сколько вокруг нас жизни. И все неразумных, так? И мы в разумном теле родились. Это очень большая удача, очень большая удача. Человеческое тело предназначено для самосовершенствования. Не для того, чтобы дачу построить, дом, ипотеку выплатить. Нет, не для этого. Оно предназначено для самосовершенствования человеческого тела. Если человек самосовершенствованием не занимает, в следующей жизни он человеком уже рождаться не будет. Один раз дается такой шанс. Большинство людей не выполняют свой шанс, не получают в следующей жизни человеческое рождение. Идут сначала на низшие планеты, потом в телах животных. И кошечки, собачечки, все эти, которые рождаются в семьях людей, это ну, несколько жизней назад были людьми, живые существа тоже. Обычно в следующей жизни человек рождается в семье человека, в виде животного. И кошки, собаки там и так далее, чаще всего. Это значит, что в прошлой жизни были людьми, в прошлых жизнях. И когда живое существо рядом с человеком живет и служит ему, служит человеку, тогда опять рождает человека. Например, если кошечка лежит на подушечке и какает на нее, ее кормят, поят, и собачка... Если выходит на улицу, кстати, кто кого выгуливает? Кто кого выгуливает? Кто кого за собой ведет? Подумайте, да, об этом. Но вот веды говорят, что надо, человек должен заставить животного служить себе. Вот даже пусть кошка ловит мышей для человека, очищает его квартиру, она в следующей жизни родится человеком. Хоть что-то животное должно для человека делать, собака дома охранять там и так далее. Хоть что-то должно животное делать. Тогда оно, служа кому-то, ты приобретаешь это состояние. Веды говорят, кому ты служишь, таким ты и становишься. Служишь жене, становишься женщиной в следующей жизни. Служишь мужу, становишься мужчиной. Служишь алкоголику, становишься алкоголиком. Служишь собачкам, собачке, становишься собачкой. Служишь детям, рождаешься ребенком. Почему старые люди будут больше привязаны к детям, чем даже их родители? Знаете почему? Потому что хочется опять родиться человеком. Понимаете? Готовиться к следующему рождению. К чему человек привязан, такого состояния он и достигает. Те люди, которые привязаны к тому, чтобы
помогать другим, они достигают высшей жизни, на высшие планеты идут. И в тонком теле уже продолжают другим помогать. Это вот разные святые люди, ангелы-хранители там и так далее, понимаете? Они живут помощью, продолжают жить помощью, и дальше еще прогрессируют и так далее. Поэтому рождение бывает разное. Какие промежутки между рождениями? Обычно я буду на следующей лекции говорить, когда побольше народу будет, что есть описание, как формируется новое тело. Вот, я вам опишу эти промежутки, какие обычно бывают, подробно. Хорошо? Ладно, дальше поехали. Видите, какие серьезные вопросы люди нам поставили. У меня диагноз. Можно ли т-т-т-т-т? Кто вопрос задал? Бесплатную консультацию моему помощнику. Ой, как много. 10 лет назад вышла замуж в невежестве. Знаний тогда у меня не было никаких. Появился ребенок. Муж о нас не стал заботиться. Денег не было. Муж кушал у мамы. Когда он стал агрессивным, это мне, как в мой огород. Муж кушал у мамы. Там стал агрессивно себя вести по отношению к ребенку и ко мне, ругаться матом, распускать руки. Я ушла к родителям. Через 2 года, пока жила у родителей, поняла, что рассчитывать не на что. Приходится самой зарабатывать. Муж образ жизни не меняет. Единственное, что после 6 месяцев молитвы моей за него, он перестал агрессивничать. Ответственности у него за семью нет. Восстановить отношения не пытается. Я и рада. Одной тяжело растить ребенка, но с моим бывшим мужем тяжелее. Не хочу к нему возвращаться. Не хочу. Не хочу, не хочу, не хочу, не хочу. Влияние на ребенка негативное. Ни у него, ни у меня. Другой семьи нет. Что мне проявляет инициативу брать его на руки и нести по жизни? Кто вопрос задал, поднимите руку. Есть такой? Не волнуйтесь, все у вас будет хорошо. Продолжайте молиться, молитесь и молитесь, молитесь и молитесь Богу. И Бог вам даст хорошую жизнь, счастливую. Как Он это сделает? Не думайте об этом. Не думайте о том, надо вам возвращаться или не надо. Просто молитесь. Хорошо? Если вы будете так действовать, в этом нет греха. Вы не думайте и о возвращении, и о невозвращении. Не думайте об этом вопросе. Просто молитесь. И тогда вы увидите, как ваша жизнь поменяется. Бог вам уже показал свое могущество. Вы 1,5 года помолились, Он перестал злиться на вас. А потом Он вам показывает еще большее свое могущество. Не думайте, что вам обязательно надо возвращаться. Не думайте об этом. Это не ваше дело. Ваше дело просто молиться. Хорошо? И Он позаботится о вас, даст вам счастливую жизнь. Хорошо? Договорились с вами? Но если вы начнете думать и будете торговаться с Ним, тогда Он не будет вас слушать. С Богом нужно только беззаветные отношения строить. Вот доверьтесь Ему, и все будет хорошо. Если будете торговаться, я молюсь, но мне туда не надо, понятно тебе? Туда мне не надо. Я молюсь, но это вот не надо мне делать. Я предаюсь тебе полностью, но вот это не надо. Так не надо молиться. Как Он решит, так решит. Он когда решит, все это будет хорошо. Вы не знаете, что бывает хорошо, поэтому просто молитесь и все. А что будет хорошо? Это Его дело, не ваше. Его. Он вам даст знание о том, что хорошо для вас. И это знание будет спасать вас в жизни. Поэтому ничего не бойтесь. Никогда Бог не делает зла человеку. Никогда. И еще одну вещь я вам скажу. Только вы в
внимательно меня слушайте, хорошо? Сосредоточьтесь и слушайте сейчас. Это вам очень сильно поможет в жизни. Простить человека. Слушайте уже. Вот если бы вы с этим человеком не встретились, ребенка бы у вас не было. Понятно? И вы должны ему так быть благодарны в своей жизни, что он подарил вам самого близкого человека. Но вы не благодарны. И за это вы страдаете. И за это вы страдаете сейчас. Понимаете? Станьте благодарны. Безответственный человек, муж безответственный, и неблагодарная жена – это одно и то же. Понятно? Станьте благодарны, и ответственный человек придет в вашу жизнь. Этот не захочет стать ответственным. Бог даст другого. Но станьте сама ответственной. Ответственной перед мужчиной надо стать. Вы ответственны перед мужчиной или нет? Нет. Видите, то же самое. Разницы никакой нет, что вы безответственны, что он. Станьте благодарны человеку. И Бог вам даст ответственного мужа. Услышали меня? Дальше поехали. Анализируя свою жизнь, заметил, это очень важно, потому что мужчина, когда пишет записку, это значит для него очень серьезный шаг. Женщине очень легко написать, мужчине очень сложно. Одну закономерность. С теми, с кем общаюсь, друзья, коллеги, происходят неприятности. То машину поударяют, то телефон потеряют. Достаточно недолго пообщаться со знакомым, и у кого-то неприятность мелкая. Виноват ли я? И что делать, чтобы это не происходило? Бывает такое. Вот человек, допустим, влияние какое-то оказывает. Один мужик в Европе заметил, что он на часовые механизмы влияет своим присутствием. Рядом находится, у человека часы начинают идти. Вот прям стоит рядом. Раз человек, о, часы пошли, о, часы пошли, о, часы пошли. И он начал просто подходить к часам, постоит немножко, и они пошли. И прямо много-много примеров показывали, целая передача была. Много часов завел. И пробовал даже останавливать также часы. Кого-то ломались. Ну, то есть на часы влияет. Специалист по влиянию на часы. Но он сам не знает, как это происходит. Просто вот Бог дал ему вот такой дар. Бывает так, что человек специалист, чтобы что-то ломалось. Я вот не верил, у меня один знакомый есть, он... Компьютерная техника ломается рядом с ним. Он побыл рядом, поломался у меня компьютер. Я поверил. Ну, то есть, как бы, это нормально. Как, чтобы этого не было, если хотите, ну, помолитесь Богу, и все пройдет. Это несложно. Просто молитва уничтожает это все, и все. Это злые духи так действуют. Иногда злые духи связываются с человеком с прошлой жизни еще. И в этой жизни тоже, потому что в прошлой жизни бывает так, что человек привлекает какого-то злого духа с целью все ломать вокруг. Естественно, что это он делает всем по карме. Некоторые злую карму воплощают, а некоторые добрую. Понимаете? То есть человек, если молится злому духу, то он может злые дела делать в жизни. Штаруха шипокляк, да? Чтобы такого сделать плохого. Такое бывает. А потом в следующей жизни он уже получает как подарок рождению. Хорошим, допустим, рождается, отрабатывает эту карму, но подарочек получает.
И в придачу тебе горе, зло, счастье, да? Помните это? В придачу ему, да. Горюшка. А ты кто такой? Горюшка, я твое, горюшка. Это по карме все по судьбе бывает. Такое бывает. Это нормально. Но горюшка не может рядом жить с тем, кто Богу служит. Это невозможно. Его обжигает. Оно не может жить рядом. Помогите, пожалуйста. Сахар прыгает. Врачу. Для этого я его привез сюда, чтобы вы мне не задавали эти вопросы. Вы говорили, что нужно сдерживать желание в еде, а беременным надо сдерживаться. А кто спросил? Кушайте, моя хорошая, вот сколько хотите и что хотите, никого не слушайте. Знаете, какая диета у беременных? Думайте, что вам хочется. Вот что захотелось, то и кушайте. Только не кушайте невежественных продуктов, заменяйте их на какие-то другие, хорошо? И все будет классно у вас развиваться, все будет хорошо. Диета у беременных женщин очень простая. Что им хочется, то они должны кушать. И это означает, что ребенок будет отлично развиваться, потому что это не им хочется, а ребенку. И ребенку так, как хочется чаще, поэтому беременная женщина, она постоянно голодная ходит и наедается очень быстро. Вот единственное, что нужно беременной женщине делать, ей не нужно пихать в себя в рот. Понимаете, у человека есть привычка есть столько-то. А беременная женщина, она должна эту привычку убрать из своего сердца. Она хочет кушать, хочет, допустим, чуть-чуть пожевала, раз, наелась. Понимаете, потом ходит опять раз, захотела, раз, пожевала, наелась. В эту же секунду, как она жует, из крови как бы, в кровь все это всасывается, из крови ребенок это все вытягивает. Он накушался и говорит, все, сигнал, стоп, машина. Понятно, да, система? Поэтому кушайте сколько вам хочется, но по чистоте, но по количеству ограничивайте, иначе вас раздует. Потому что когда вы переедаете по количеству, это идет жир, все, и женщина становится слишком толстой. Набирает много веса лишнего. Как справляться со снижением гемоглобина во время беременности? Есть мясо, а мясо не увеличивает гемоглобин, мои хорошие. Это бред сивой кобылы. Если кто-то думает, что мясо увеличивает гемоглобин, это полный бред. Потому что оно очень плохо усваивается, мясо. Вот если возьмите, допустим, кусок мяса, положите в солевой раствор. Дома просто соляной кислоты сделайте раствор, гипертонический раствор. И сделайте... В одной кастрюле бросьте мясо, а в другой кастрюле бросьте кусок сыра. Сыр растворится полностью в этом растворе, ничего не останется. Вот будет просто вот одно молочко через 4-5 часов. А мясо растворяется через 12 часов. И то не полностью, понимаете? Просто его разъедает. Видите, как мясо долго переваривается? Так почему вы считаете, что это полезная пища? Молочная пища гораздо полезнее, она быстрее усваивается. Вот. Но даже сыр не даст вам гемоглобин. Гемоглобина не хватает по другой причине, это ошибка врачей. Гемоглобина не хватает беременным женщинам, потому что они мало двигаются на свежем воздухе. Им не хватает воздуха, понимаете? Им не хватает дыхания. Они за двоих должны дышать, а так как воздух спёртый везде, мы в квартирах находимся, не хватает дыхания. Поэтому не хватает возможности создавать вот этот гемоглобин. Для его создания нужен воздух, понимаете? Поэтому надо гулять побольше. Часа два в день ходить, бродить, гулять на свежем воздухе. И будет нормальный гемоглобин. Попробуйте это сделать. А? Ну? Конечно, связано, да. По карме ребенка состояние всегда. У ребенка? Вы хотите себе причину для беспокойства сделать лишнее, да? Чтобы вас мозги закрутило, да? Это хотите? Сейчас я настроюсь вот так. Сейчас я попробую вам помочь этому.
Точно, моя хорошая, точно. Карма у ребенка плохая, поэтому матери плохо. Сработало, нет? Нет? Наверное, плохо тренировался, надо еще раз. Как вам нравится это невежество? Как вам нравится? Как женщин часто к нему тянет? Они прямо вопросы специально так задают. Что у меня судьба тяжелая? Тяжелая у меня судьба, тяжелая. Так и хочется туда, в это невежество. Так и хочется. Хорошая у вас судьба, хорошая. Хорошая, и у ребенка хорошая судьба. Мнительность очень большая. Мнительность означает нехватка веры. Веры не хватает. Что такое мнительность? Вот женщина все боится. Ходит. Веры не хватает в сердце. Молиться надо больше, а не бояться. Вера, когда есть, человек чего боится? Ничего не боится, он защищен. Понятно? Сейчас легче стало вам? Больше веры стало внутри? Возможно ли понять, почувствовать Бога, не поняв, что такое супружеская любовь, родительская любовь? Можно, почему нельзя? У меня не было родительской любви. Когда я понял, что есть Бог, тоже у меня не было и супружеской любви. Однако, для того, чтобы понять, что есть Бог, нужна любовь к святому человеку. Пока человек не будет учиться любить святого человека, святость, чистоту в человеке, не будет любить, Бога понять невозможно. Ну, как бы даже почувствовать его, что он есть, невозможно. Нужно стремиться всем сердцем к святым людям. Святой человек — это и папа, и мама, и ребенок, и все вместе, понимаете? То есть он дает столько глубины в отношениях. Святой человек — это более... Это и есть настоящая жизнь. Когда человек со святым человеком отношения развил, он со всеми остальными может потом развить. И с сыном, и с мужем, и там с женой. Надо сначала со святым человеком развить отношения и эталон любви в сердце получить, а потом с помощью эталона уже всех любить. Потому что проблема в том, что у нас нет этого эталона любви в сердце. У нас есть эталон только как любить себя. Мы это очень хорошо усвоили с самого рождения, понимаете? Но как любить других, у нас нет эталона внутри, нет. Он передается только от того, кто его имеет. И это очень важно, это является тайной. Тайное счастье в этом жизни заключается в том, что никогда человек не может получить этот эталон бескорыстия просто так, из воздуха. Это передается от одного человека к другому. И эта передача называется духовное посвящение. Не обязательно это должен быть ритуал, но просто человек начинает в сердце, принимает чистого человека как эталон своей жизни. И вместе с этим принятием он принимает также его понимание, что такое любовь. И этим пониманием начинает жить, и сразу же Бог приходит в его жизнь. Бог или относится нейтрально к нам, это означает карма. Понятно? Бог всегда с нами связан, но двумя вариантами. Первый вариант — законом этой жизни. Он действует по отношению к нам нейтрально, что заслужил, то и получил. Карма. Первый вариант отношений с Богом. И второй вариант, если человек становится в сердце слугой святого человека, то Бог, помимо кармы, то есть он продолжает в этом варианте действовать, но насколько мы служим святому человеку своей жизнью, настолько же Бог с нами связывается уже как друг. Личные отношения с нами начинают строить. Потому что мы лично ему служим. Когда человек служит святому человеку, а святой беззаветно предан только Богу. Он не своей жизни предан, не своей карме, не своей судьбе. Он не свои желания выполняет в жизни, а наставления старшего. Понимаете разницу, нет? У меня нет вот желания вставать рано утром, а я встаю. Это называется служение. Понимаете? Потому что я верю в старшего. То есть я делаю то, что мне сказали. Это означает служение. Если старший служит Богу, то я, значит, тоже служу Богу. Как только человек становится слугой Бога, Бог начинает заботиться о нем. И тогда карма отступает. Потому что карма — это просто закон, а отношения с Богом,
они выше всех законов в этом мире. Хотите, я вам это докажу? Это существует в этом мире, это понятная вещь, существует. Сейчас я вам докажу. Как вы думаете, мои хорошие, у ребенка президента нашей страны больше прав в государстве, чем у вас, или нет? Нет? Такие же права? Вы уверены? Конечно, больше, говорят вам. Конечно, больше. Но только она не со счастьем сказала, почему. Что, вы завидуете ребенку президента страны? Почему счастья-то в ваших словах нет? Ну, пускай будет больше прав, это хорошо. Пускай будет счастлив этот человек. Какие проблемы? Почему вы так это все не любите, что у кого-то больше прав в этом мире? Это же хорошо. Пускай будут счастливы, если у них больше прав. Так всегда бывает и было. Например, в ведическом государстве сын царя тоже пользовался большими привилегиями. Но на него возлагалась и большая ответственность в жизни. Вы знаете, вы не завидуете тем, у кого много власти. Не завидуете. Знаете, я вам сейчас раскрою тайну их жизни. Хотите? Тайну жизни тех, у кого много власти. Знаете, в чем тайна жизни их заключается? Они сами не знают эту тайну. Тайна их жизни заключается в том, что насколько они используют свои полномочия по отношению к другим людям, настолько они берут и грехи в свою жизнь. Или их благочестие. Все зависит от того, для чего им нужна власть. Вот смотрите, два варианта. Человек становится правителем, и он всю свою жизнь посвящает своему народу. Означает, борется с тем, чтобы прекратить пьянство, борется за духовное образование, ну то, что сейчас людям не хватает, борется за то, чтобы люди получили возможность смотреть по телевизору не фигню всякую, а нравственные передачи и так далее. То есть президент страны поднимает страну, он поднимает ее в том, в чем она нуждается, понимаете? Делает людей счастливыми, потому что от чего люди страдают? От невежества страдают. Он борется с невежеством людей, так? А также немаловажно, также и социальный проект, например, сделать дороги нормальными, чтобы люди тоже не страдали от передвижения, экологию поправлять и так далее. На втором месте. На первом, конечно же, это нравственное состояние человека. Вот представьте, что если какой-то правитель этим занимается в жизни, то в результате, сколько он блага людям сделал, столько хорошей кармы от всех его подчиненных ему в жизнь пришло. Второй вариант. Сколько он жизнь испортил людям, настолько же грехов этих людей от него пришло. Вот то, что я вам сейчас сказал, это написано в Священном Писании. Это не мои слова, не мои фразы. Больше того, там написано, люди, когда платят государству налоги, если эти налоги идут на улучшение их жизни, они отдают хорошую карму вместе с этими налогами государству. То есть они пользуются счастьем, да? Означает, отдают хорошую карму. Им становится хорошо жить по хорошей карме. Дают хорошую карму. Кому? Правителю. И это по всем чиновникам в соответствии с их властью распределяется. Второй вариант. Если эти налоги пошли на страдания человеческие, значит, вместе с этими налогами люди отдали свои грехи правителю. Вот тебе, как там, вот тебе кошелек там, и горе, зло, счастье в придачу. Понимаете? Так что не стремитесь к власти, не стремитесь к власти. Правители, они или очень туда высоко идут, или туда идут так, что не увидишь где.
Гитлер до сих пор находится на самых низших планетах этого мира и страдает так, что мама дорогая. Я при одной только медитации на него, я содрогаюсь от того, какую карму он себе заработал. Содрогаюсь просто от того, что с ним происходит сейчас. Так что не сильно завидуйте правителям, не сильно завидуйте. Ошибка в понимании вещей, что нужно людям, дает человеку такие страдания, что ему потом мало не покажется. Больше того, я вам могу сказать, ученые точно так же, ученые, великие ученые точно так же. Допустим, Веды описывают, если человек изобретает оружие массового поражения, и оно хотя бы один раз используется не для защиты Родины, а как агрессия, то в этом случае он будет столько страдать, сколько погибло от этого применения этого оружия. Вот как вам нравится такое изобретение? Классное изобретение, нет? Поэтому и существует непреодолимая карма, понимаете? Мы можем большие дела делать в этом мире, только не в ту сторону. Вот откуда непреодолимая карма возникает? Когда человек большие дела делал в прошлой жизни, в этой ему хлебать не солоно, понимаете? Или наоборот, получает много богатства, власти, силы. Опять же, получил богатство. Это большая ответственность. Поэтому в ведическом обществе интересно знать, что все, кто имеет власть, они получали серьезнейшее образование по всем нравственным дисциплинам. Серьезнейшее образование. Если человек не бум-бум в этом образовании, его до власти не допускали. Даже если этот человек сын царя, было такое в ведическом обществе правило. Допустим, сын царя не выучился, и он не понимает, как использовать правильно власть для своего же блага. Для его же блага его к власти не пускали, хотя мама плакала горючими слезами, царевна. И царь по закону должен был к власти поставить человека, который достоин. И все регалии ему передать свои. Я знаю много примеров такого поведения. Например, был такой царь Барата, Махарадж Барата. Индию, как бы в честь него, он правил много тысяч лет назад, но Индию в честь него до сих пор называют Барата-Варша, земля Махараджа Барата. Потому что он был настолько благочестивой личностью. И пример у него такой. У него был сын, и он направление, то есть он отдал правление сыну мудреца, хотя он сына своего очень любил и жену расстроил, но направление страной он отдал сыну мудреца, потому что тот был более достоин. Такой пример. Поэтому не думайте, что сыном царя быть легко. Это большая ответственность, потому что человек, несомненно, получает в этом случае очень большие привилегии в жизни, несомненно. Он лопатой копать не будет точно, то есть он будет работать где-то в влиятельном месте, влиятельным человеком станет в жизни. И поэтому он получает сразу же большую ответственность за свою жизнь. Все люди, которые отвечают за судьбы людей, они несут больше ответственности, чем все остальные. На них больше, на их плечи, больше ложится испытаний жизни. Не в этой жизни, так в следующей. Так что не завидуйте никому, не надо никому завидовать, что Бог дал много власти. Не завидуйте. Скажите о конце света. По священным писаниям это будет в 2012 году, да? Недолго мучилась старушка в высоковольтных проводах, да? Совсем немного осталось. 12-й год уже. Спустится ли Иисус на землю? Ну, это надо у Иисуса спросить. Кто может ответить, спустится он на землю или нет? Только его близкий спутник может ответить на этот вопрос. А мне до близкого спутника Иисуса, как до Луны, пешком. Поэтому что вы меня задаете, как бы, этот вопрос? Человека, который никаким образом не достоин на него отвечать. Никаким образом. Что касается конца света. А вы почувствовали, 12 год уже настал. Чувствуете, конец света приближается.
Я когда в Краснодарский край переехал 2 года назад, мне сказать, ты что, дурак, что ли? Там же трещина пойдет в 2012 году. По Краснодарскому краю трещина пойдет. Я сразу начал геологическую историю Земли изучать и узнал, что последняя трещина на Земле была несколько миллионов лет назад. Начал теорию вероятности высчитывать, что это будет в 2012 году. Вероятность ноль. Ой, сколько у нас дури в голове. Очень много дури. Ладно, я вам про конец света сейчас расскажу. Если вы хотите, да? Нет? Да, я вас напугаю. Мне дописывают, что катаклизм вот такой, который разрушающий жизнь на Земле, он случается не так часто. Но вот таких больших глобальных масштабов, чтобы все человечество было уничтожено. Мне дописывают, что как бы он раз в эпоху происходит. Наша эпоха началась 5100 с лишним лет назад и закончится, то есть она длится, вот наша эпоха длится всего 430 тысяч лет. Вот. 430 тысяч лет оно длится, и 5100 из них прошло. То есть через 430 тысяч лет будет конец света. А? Еще не скоро, да? Ну ладно, если вы считаете, что будет в этом году, тогда должны быть признаки. Знаете, какие признаки конца света? Вспомните, Великая Отечественная война — это конец света. Но будем считать, что конец света. Потому что ужасное время было, ужасное. Весь мир был ввергнут в ужасную пучину войны. Да, по крайней мере, весь наш континент. Так или нет? Так. Ужасное время на 4 года. Многие люди погибли. 20 миллионов человек погибло. 41 год. 22 июля. Россия. Настроение людей. 21 число вечер. Раскаленное солнце тихо с миром прощалось. В этот час ты призналась, что нет любви. Песня о каком-то беде как бы предвещает, нет? Нет? Кто из вас помнит это время? Поднимите руку. 41-й год. Кто помнит? Есть такие люди здесь? Уже нет. Я изучал этот вопрос. Все испытывали такое счастье на Земле, русские люди, испытывали столько счастья на Земле, что нам даже не снилось. Они чувствовали, что уже практически построили коммунизм в стране, осталось еще немного. Вот. Войны уже давно нет, пару десятков лет. И они испытывали столько радости, что наконец-то они уже строят будущее. И отношения между людьми были другие, не как у нас. И все было наполнено светом и счастьем. Веды описывают, что когда приходит смерть, она приходит всегда со спины. И даже есть в ведах, в физических писаниях описывается, что когда человек должен оставить тело, то на 3 дня где-то у него восстанавливается здоровье. Интересный феномен. Начинает чувствовать себя отлично, у него все поправляется. Кто это видел своими глазами? Поднимите руку. Начинает чувствовать себя хорошо, у него пропадают боли, у него пропадает чувство, что у него что-то плохое происходит, он успокаивается, эмоционально становится другим, и потом неожиданно хрясь и оставляет тело. Тебя как зовут? Ева. Ты хорошая девочка?
заканчивает карму. Смерть всегда приходит со спины. Когда Земле грозят серьезные катаклизмы, люди об этом даже не догадываются. Атмосфера штиль, наступает штиль. Никто ничего не боится. Этот год действительно будет необычным. Знаете, в чем необычно будет этого года? В том, что он будет наполнен страхом. Страхом за жизнь. Люди будут бояться. Смерть и несчастье приходят со спины. Их не видно. Неожиданно они приходят. Вот у кого несчастье в жизни недавно произошло? Поднимите руку. Вы ожидали, нет? Вы ожидали? Прям чувствовали, произойдет. Вот он чувствовал. Еще у кого? Чувствовали? Нет. А вы? Нет. Никто не чувствует. В основном никто не чувствует. Настоящее серьезное несчастье. Как гром среди ясного неба, говорят. Вот. Понятно, да? Так что ничего не бойтесь. Вот эта вся вот затея, 2012 год, я медитировал на это. Я вам могу сказать, что это такое. Некоторые люди так деньги зарабатывают, понимаете? То есть, что они делают? Они сначала народ нахлобучивают, делают голливудские фильмы на эту тему, то есть много рекламы, нахлобучивают народ. А потом играют на бирже деньгами. То есть, то поднимают валюту, то пускают. Нахлобученный народ, он ничего не соображает. Он бежит деньги, то снимает, то кладет. Вот так вот. И вот это сейчас происходит. Сейчас будут на нас в деньгах зарабатывать. То снимать будем, то класть, бегать туда-сюда с этими деньгами. Не будем знать, куда их девать. И те, у кого не будет денег, они будут больше счастливы, чем те, у кого есть. Вот такое предсказание на 2012 год. Все, больше никаких катаклизмов. И плюс вот страх у людей вокруг. Ну ладно, на этом мы сейчас закончим, перерывчик сделаем. И встречаемся через сколько? Через час? Спасибо. А вот книгу «Путешествие домой» можно заказать в магазине индийских товаров «Ганда». Предварительно оставив номер телефона в фойе.